Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. 1995 выпускников 9 и 11 классов стоят на пороге взрослой жизни. Избитая фраза, которая всегда звучит на торжественной линейке, самая правдивая. После того, как отзвенит последний звонок, каждый свой шаг они будут делать самостоятельно. Хотя, казалось, еще вчера эти парни и девушки были на месте первоклассников, с легкой руки которых теперь начинается новый этап. Слезы, улыбки, добрые слова и напутствия. В каждой школе города с детством прощались по-своему, но повсюду вспоминали самый первый школьный звонок. Очень маленький, меня просто привели за руку. Я еще даже не знал, где я нахожусь, что проведу в этой школе 11 лет. Я смотрел на 11 класс, они мне казались просто дяденьками. Ну, не знаю, были очень... такие высокие все. А сейчас я сам в 11 классе и смотрю на этих маленьких детей. Во время учебы, признаются ребята, всегда казалось, что уроки слишком длинные, перемены короткие, а 11 класс где-то за горизонтом. И вдруг остался всего месяц до той поры, когда стены школы они покинут навсегда. А глядя на слезы выпускников, их младшие товарищи понимают, время лучше не торопить. Если честно, я хочу насладиться вот этими оставшимися моими годами, потому что я понимаю, сейчас они говорят то, что вот очень грустно уходить отсюда, из школы, а я хочу насладиться этим последним моментом тоже. А выпускники наслаждались каждой минутой этого дня. Для некоторых испытания экзаменами начнутся уже завтра. У наших ребят, у девятиклассников начинается государственная итоговая аттестация. Одиннадцатиклассники начинают сдавать 29 мая такие предметы, как география, информатику. А для девятиклассников в течение двух дней будет проходить экзамен по английскому языку. Но все это будет потом, а сегодня праздничное настроение ничто не может испортить, ведь даже погода на их стороне. В ритме вальса торжество вылилось на центральную площадь города, где выпускников по праву встречали как главных героев. Счастливые глаза друзей и близких.